Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 10 мая 2023 года. Наши малыши-бэшки уехали на вторую заключительную прививку и чипирование. Точнее, они уже привиты, чипированы. Сейчас отдыхают у моей дочки Катюшки и внучки Даришки в Питере. Даришка и Катюшка прислали мне уже видео с малышами. А я в это время занимаюсь посадкой изничтоженных нашим брюсиком веточек туй. Прочитала в интернете, как все это правильно делать. У меня есть вот такой стимулятор корней. Корневин называется. Он у меня в такой пудре-порошок, в который можно и разводить для полива, и добавлять под рассаду в лунку, и обмакивать вот такие череночки туи. Так как веток у меня очень много, брюс ободрал тую просто жестоко. Я пробую самые разные способы посадки, какие только смогла найти в ютубе и вычитать. Замачивание вот этих веток в корневине. Затем, значит, сказано так, что берется не молодая веточка, а именно та ветка, которая уже 2-3 года, взрослая веточка. Именно не отрезается, а отрывается вот таким вот образом, просто подтянув за вот такую молодую веточку, чтобы она оторвалась вот с этим пенечком так называемым. Но некоторые даже без этого пенька сажают на рассаду, размножают таким образом тую, ну и в последующем продают нам с вами отросточки. Дальше надо вот эти вот лишние веточки убрать, оголить, скажем, ствол. Я после этого просто макала в воду вот этот пенек, как его называют, значит, макала в воду, мокрый уже, я его обмакивала в корневин, прямо вот в пакетик засовывала, обмакивала густо-густо, хорошо-хорошо, и затем уже в вазон, в заранее подготовленную землю в вазоне, прикапывала на 2-3 сантиметра в глубину. Не знаю, правильно-неправильно я выбрала росточки, потому что мне просто жалко терять то количество веток, которое мне испортил брюс. Поэтому я посадила разные. И молоденькие покороче, и, как вы видите, тут и покрупнее веточки. И у меня еще осталось достаточно много, поэтому сейчас буду подготавливать землю и следующие вазоны для того, чтобы посадить максимально много, кто-нибудь да приживется. У некоторых я по совету в ютубе, видите, обрезала лишнюю зелень просто ножницами, укорачивала лишнюю зелень. Наверное, вот с этих тоже надо срезать вот эти молодые побеги. Они сейчас не нужны, они будут тянуть на себя силу веточки, которая ей понадобится вот таким образом просто, которая ей понадобится для укоренения. Вот сейчас надо, чтобы туечка у нас дала корни, пошла в рост. Приживаться она будет очень долго. Поэтому высадила в вазон, для того, чтобы на зиму можно было убрать ее в теплицу, спрятать этот вазон. Вазонов у меня много. Молодые растущие веточки обрезаю для того, чтобы они просто не забирали силу от корней. Вот. Ну и результаты, что у меня получится, что не получится, разумеется, увидим вместе с вами чуть позже. Ребятки у нас гуляют и радуются жизни. Я от них спряталась за заборчик. Так, не поделят всю территорию. Здесь будет у нас расти тыква с кабачками. И мы будем еще увеличивать метра на полтора этот участок, для того, чтобы посадить сюда можно было цветы. И за теплицей мы тоже сделали такой участок, для того, чтобы можно было здесь что-то высадить. Пока еще не окончательно подготовлен этот участок. Так, ну, я вот купила... Ай, бедняги, надо их поливать. Были заморозки. Не знаю теперь от смородины, что-то у меня останется, не останется. Вот один листок вечером полью.
Мы только высадили рассаду смородины, два сорта я купила, черной смородины. И бухнули заморозки. Вся зелень, которая была, вся погибла. Ну, не знаю, может быть, отойдет, да. Поэтому оградили вот такую территорию нам под посадки. Будем ее еще немножко увеличивать, чтобы и цветочки мои сюда поместились. Ну, что получится, увидим вместе с вами в наших видео на канале нашего питомника. Да. Брюс, конечно, этот забор перепрыгивает, но когда мы ему даем команду «нельзя», ругаем его за его эти вот хулиганства, когда он лазит туда, куда нельзя. Ну, он вроде бы понимает. Так, все, нельзя сюда, нельзя. Тут для мамы место. Да. Он вроде бы понимает и убегает отсюда, скажем так. Ну, чего, идите, показывайте, чем вы занимаетесь. Таскаете, что не попадя. Развлекайтесь. Ага. Бассейн им очень нравится. Им жарко, они в бассейн залезают. Симона вот ходит у нас в последние денечки. Будем принимать роды. Если получится, дорогие друзья, то вместе с вами. Мишутка уже гуляет у нас тут, Мишута с нами. Не вижу, куда убежала. Кто-то пошел, как всегда, дразнить лайк. Ой, Тесса кайфует. Ой, господи. А, ну Миша в первых рядах пошла гонять лайк. И она с Бориской лезут в бассейн. Но у меня, собственно, много планов по посадкам, которые, конечно, сложновато мне делать вот с этой братвой развеселой. Им же везде надо засунуть свой носик. Триша, здорово, да? Какой кайф. Весь песок в бассейн. А не только из песочницы. Вот у нас вот здесь все в песке. Лев, ты самый сухой у нас. Погодка сегодня хорошая. Ну, дорогие друзья, я на этом буду с вами прощаться, потому что мне надо сегодня на самом деле много чего посадить, приготовить обед. Жду новых питомцев, которых сегодня привезет мой муж, когда вернутся бэшки с прививочки из города. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч!